Общественная организация «Солнечный круг» отмечает свой первый юбилей. Она объединила вокруг себя целые семьи, где дети имеют серьезные проблемы со здоровьем. У нас в студии бессменный руководитель организации Ирина Лисовская. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. 5 лет вам исполнилось уже. Можете какой-то такой промежуточный итог своего существования как организации подвести? Чего удалось добиться? Ну, за 5 лет сделано очень много. За 5 лет выиграно 14 проектов. Все это, они направлены на социализацию детей, на оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья и взрослых, а также их еще и семей. Что есть помещение, оно оборудовано именно для этих детей. Вот. Вы говорите, 14 проектов удалось за 5 лет выиграть. Это что за проекты? Какого характера? Ну, первые проекты мы делали на проведение мероприятий. Да, когда уже появилось у нас помещение, уже ясно, понятно, это у нас была закупка оборудования, приобретение вот оборудования для работы специалистов с детьми. Это гранты в какие-то окружные, разные суммы? Окружные, муниципальные, да, и 2 президентских. Даже так? Mm-hmm. А президентские гранты, это с какими проектами вы выступали? Ну, президентские гранты у нас тоже были написаны на мероприятии. Мы выезжали, а мы же еще и выезжали за город, получается. Все, конечно, 5 хотим вообще. Ну, наверное, придется написать, снова еще раз вывести. Но да, ну потому что именно тогда вот писался этот проект, где под рыболов профи, что туда могли поехать семьи, которые не имеют возможности выехать, да, летом в отпуск, потому что, ну, трудное положение, да. Какой-то проект сейчас разрабатываете? Ну, помимо президентского, о котором сейчас заикнулись, что хочется. Честно, пока нет. Пока у нас 3 проекта, нам надо их завершить. Они в процессе, то есть да, сейчас? Да, они, да, у нас вот один проект у нас уже, ну, как заканчивается, сейчас до 15 декабря уже отчет идет, он был там поздравление детей, выездные поздравления детей с днем рождения, там закупались все костюмы для поздравления детей. Театрализованное представление. Да, у нас прям на каждый, получается, возраст был расписан сценарий. И вот приезжали, поздравляли деток. Ну, было классно. Вот сейчас проект закончился, но мы его дальше будем реализовывать. Потому что как-то обидно, да, к одним съездили, а к другим нет. Ну да. Но вот тут уже и предложение поступило, а почему только детей? Нам бы и мам было бы приятно, если бы приехали, или пап поздравить. Ну и в семьях же есть еще дети. Я, насколько знаю, сейчас в городе работают специалисты вместе с вами, с вашими детьми. Что это за специалисты? Можете подробнее рассказать? Ну, получается, это приехали специалисты из города Челябинска, дети Индиго. Первый этап был у нас на той неделе. Угу. Получается, выезжали, делали ЭЭГ, и консультации вел невролог, чтобы детям не навредить, чтобы мы знали, да, вот предрасположен ли ребенок к эпиактивности или нет. Все прошли консультацию, все допущены, получается. И сейчас уже приехали сами специалисты. Это ЛФК, остеопат, УЗИ, привезли, ну, аппараты УЗИ будет, логопед, томатис, БОС, получается, микротоки и лечение аллоплантами. Ну, очень, это получается как полноценный курс без выезда с округа, и тоже вот благодаря Ямине у нас оплачено там 8 человек. Специалисты уедут, когда завершат работу, и на этом все, или как-то работа будет устроена дальше? Нет, у нас получается, ну, как есть, на волонтерских началах работает, ну, как работают люди, это специалисты, логопед, психолог. Ну, мы планируем как, чтобы они расписали хотя бы по логопедии, да, дальнейшее. И дети у нас уже с сентября месяца уже ходят все время, да, на занятия. Сейчас мы благодаря проекту «Газпром» мы выиграли. Мы закупили именно по развитию речи тоже БОС. У нас логопед будет именно с ними, с детками заниматься по развитию речи. Вот именно программа, именно это тоже БОС развитие будет. Потом также у нас вписаны там были тренажеры. Это вот сейчас нам уже пришел имитатор верховой езды, где дети будут, ну, там спину укреплять, мышцы спины укреплять, тазобедренные суставы. Это имитация вот что вот на лошади, да. Стабилоплатформы вот сейчас прибудут тоже к нам. Ну, очень много сапожок вот именно вот для детей. Где вся эта аппаратура, если можно так места назвать. Места, конечно, мало, но будем. У нас не хранится, мы не хотим, чтобы оно стояло, мы хотим, чтобы, ну, оно приносило и пользу, потому что у нас там же еще в этом проекте вписаны, мы будем шить, учиться с детьми.
у нас швейные машинки, оверлок, вышивальная машинка. В дальнейшем, получается, когда мы вот это все прошьем, да, решили начать с самого такого простого, это пеленки. И хотим, чтобы наши же дети подарили, ну, перинатальному центру, где будет вышита, получается, эмблема «Газпрома» и «Солнечного круга». И вот мы хотим, ну, чтобы детки наши, ну, передали в перинатальный центр. У вас с такого небольшого возраста уже профессиональное образование получают, можно сказать. Ну, нет, мы же, опять же, тоже будем смотреть по детям. Это если ребенку нравится, он будет. Если, конечно же, нет, то зачем заставлять, да? Также у нас там еще тоже там и столы с играми придут, там 7 в 1, там, ну, там очень много всего. А какого возраста ребята у вас? От 2 до 35. 35. Спектр-то такой огромный, да. Ну, у нас даже, кстати, есть вот мальчик 7 лет, и он хочет шить, ему нравится. Вот, например, моему вот не нравится. А вот ему, тоже Максим его, кстати, зовут, он прям жаждет, он уже ждет, когда эти машинки мы достанем с коробок, потому что мы сейчас не можем достать, потому что лечение идет. Все расставить. Вот сейчас 2 недели у нас лечение пройдет, и мы уже начнем обустройство. Дети же с самыми разными заболеваниями и совершенно разного возраста. Они между собой. Но бывают ли проблемы в взаимодействии между собой? Да или нет. Уже нет? Да нет. Или их никогда и не было? Не, ну как, бывает, конечно, было вот, что они там где-то и толкнут, где-то это. А сейчас, видать, они уже привыкли. В основном вот эти, у нас как костяк, да, вот они как сначала идут и... А кто новенькие приходят, они быстро находят, мне кажется, общий язык между собой. Я знаю, что они приходят туда как домой. И они дружат, мы и чай пьем, и дети общаются, что там, наверное, мамы быстрее хотят домой идти, а дети у нас за радость поиграться. Вот на сегодняшний день есть ли что-то, в чем ваша организация нуждается, вот прям сильно нуждается, и вопрос, который пока даже не решается никаким образом? Помещение. Помещение, потому да. Что, да, ну, негде, ну, некуда даже сейчас вот ставить, да, будем вот как-то урезать, потому что к нам же еще, считай, и врачи едут, это у нас сейчас, получается, декабрь у нас дети Индиго, в феврале у нас Тюмень уже едет, а в марте, возможно, опять приедут дети так, Индиго. Так, расскажите. Что к вам? Кто к вам приедет в феврале? В феврале Тюмень, ШАК, специалисты ШАК, но там, получается, у них не такое, как вот, да, в Дети Индиго, где там токи, да, вот массажи, там приедут именно психолого-педагогические специалисты. Это коррекционный педагог, это приедет нейропсихолог, логопед-дефектолог, олигофренолог. Именно вот приедут, именно направлено, там, получается, будет лечение эти 10 дней. На каждого ребенка будет там по 4 часа, и на каждого ребенка будет писаться опять же своя программа, чтобы видеть, ну, там, результат. Мы планируем тоже с ними, ну, долгосрочное сотрудничество, что и также планируется, что они наших будут специалистов обучать. Как часто вообще детки ваши посещают, точнее, ваших деток посещают медики, ну, вот профессиональные, да, с таким подходом? Благодаря вот фонду Ямине, он к нам уже, получается, 3 года, да, ездит. Регулярно. Если следующий, то это уже, да, 4 года, получается. Спасибо, что, конечно, они поддерживают. К нам уже и Барнаул уже 3 раза приезжал, Челябинск, Сакура был. Екатеринбург мы сами родители вызывали. Ну, думаю, мы нормально и детям помогаем, и все равно им надо это. Потому что не каждый может выехать. Не каждый может выехать и пролечить ребенка. Вам видны результаты работы этих специалистов? Да, конечно. У нас был, ну, есть мальчик, он, получается, ему был год там, чтобы не соврать, ну, может, год и два, год и месяц, да. И ребенок не ходил, а вот барнаульские специалисты, там был точечный массаж, и ребенок пошел. Там ДЦП у нас мальчик, он у нас ездит на велосипеде в дворце молодежи. Вот вы бессменный руководитель Солнечного круга, а есть среди тех, кто входит в организацию, ваши вот прям помощники, которым, конечно, без которых никак? Да, конечно, даже сейчас мы к реабилитации готовились. Вот у нас же не только дети Солнечного круга лечения проходят, а проходят, ну, и, ну, вообще, кто еще в городе, да, есть детки.
к нам из Нового Уренгоя едут. Да это. Вы что? И мы вместе, я не говорю, что ну, там, я, да, там все, я, нет. Вместе мы искали и кушетки, вместе там мы убирались, вместе все ну, обустраивали, и воду привозили, и удлинители. Все мамы подхватывают, потому что мы понимаем, что это для наших детей. Вообще, как давно началось сотрудничество с Еминей, и как вообще все это происходит? Вы обращаетесь в фонд с просьбой или уже на регулярной основе? Ну вот, считай, да, 3 года назад. Первый раз-то мы, конечно же, не знали, да, вот мы, ну, конечно же, договаривались, ходили, кто-то там не может, да, там сбегать. Мы брали кучу карточек, пакет, ходили к врачам, чтобы написали выписки, врачи нам писали. Мы собираемся в помещении, все вместе оформляем пакеты документов. Также пишется и от организации письмо, что ну, просим вас там оплатить лечение, что там гарантируем ну, бесплатное предоставление помещения для специалистов, что мы это ну, как берем на себя. Ну, спасибо, что Емине, конечно, не отказывает. К вам в организацию как вообще приходят семьи, как вас находят? Или вы сами находите отдельно? Да нет, ну вот, например, вот как находят, люди слышат, да, вот получается, вот у нас кто к нам вот недавно вошли в марте месяце, это я делала страховку помещения просто. Разговорились, и она говорит, у меня тоже особенный ребенок. Я, говорит, с вами, и вообще сейчас активная такая, молодец, помогает нам, и ребенок тоже. Все, когда в солнечный круг, когда солнечный круг. Сейчас тоже лечение вот проходит. Также спрашивают, как, вам, ну, как можно к вам прийти, также вот все рассказываем. Также сейчас у нас получается очень мало, ну, много маленьких детей, которые до 5 лет. Тут же мы сразу оформляем им, помогаем в оформлении сертификата на 500 тысяч реабилитационный, да, окружной наш. Многие даже не знали об этом. Да. И мы тут, ну, не отходя от кассы, сразу же сформируем пакеты, чтобы они могли отправить и получить этот сертификат. Вот, кстати, если говорить об этом сертификате, почему-то действительно эта тема как-то да, его, мало о ней говорят. Я не знаю, но вот мы, вот я вижу, если маленький, да, ребенок пришел, я сразу же говорю, давайте это, вот сегодня тоже это, я говорю, уже, получается, вечером распечатаю, завтра мы уже с вами встретимся, я вам все, говорю, объясню, и он делает это все быстро там, но не знают. Не и знают много люди. На вашей памяти, ну, людей, которые воспользовались такой помощью государства? Вот честно, оформили. А дальше? Оформляют, а дальше там тоже... Свои бюрократические нюансы? Да, там ну, надо, да, там, чтобы не государственное, чтобы там очень много там тоже. Есть свои сложности. Да. Но, тем не менее, это лучше, чем совсем ничего. Хотя, ну да, вот мы говорим, что, вот, например, вы сейчас оформляете, говорим, да, может быть, когда в марте, да, например, мы также позовем ну, детей Индиго, да, кто-то у нас пойдет через Емине, а кого-то мы можем провести по окружному сертификату реабилитационному. Ну, будем, значит, вместе пробивать стену, а что делать? Будем учиться, что, ну, как правильно, если они нам покажут хотя бы на одном, да, на одной семье, объяснят нам, да, мы соберем все эти документы, будем, значит, дальше и другим помогать. Ну, здесь, да, но внедрено не так давно, и, скорее всего, действительно, пока шишек не набьешь, да, особо да. Не отработаешь всю вот эту вот придется, систему. Да, будем садиться и будем помогать. Вы знаете, работа с детьми, она огромная, а родители особенных детей, им же тоже нужна... Большая моральная поддержка. Ну, у нас вот и психолог говорит, тут надо, говорит, не только с детьми работать, а с родителями тоже. И как выстраиваться будет работа? Или ну, хотим тренинги делать. Но мы только начинаем, то у нас опять вот врачи сейчас приехали. Тут только опять захотим собраться. Вот сейчас этот Новый год, это календарь у нас, ну, круговорот получается. В будничной суете не находите время для себя. Не можем, да. Все, вот, все у нас дети. Я говорю, ладно, главное, что дети, говорю, у нас сейчас ходят, все получают, говорю, все равно соберемся, говорю, январских каникул много. Но охота вот, да, вот именно тренинги. Там есть же и групповые, там же психологи, они даже по рисунку, да, могут сказать, нарисуй это, они могут рассказать, что чувствует, да, вот данный человек, да, та же мама. У вас взаимодействие какое-нибудь с организациями за пределами Ноябрьска вот такими общественными происходит? Да, это Новый Уренгой, Милосердие у нас, потом Челябинск, Звездный дождь, кстати, вот спектакль, вот они уже давно спектакли ставят, и я уже, Лена, говорю, ну я уже тоже хочу, но не могу, говорю, ну я думаю, мы уже созрели, ну надо что-то, говорю, сделать, вот
Ну, у них, конечно же, там детки, у них хорошо развит спорт, они там, у них там дети с синдромом Дауна, это там чемпионы мира по гимнастике, угу. Да, там у них, они как-то вот, а у нас такого пока нет. И был написан... зато это какой стимул. Ну да, охота, конечно, чтобы они нашли, да, вот свое вот именно, то, что они где хотят. Может быть, кто-то плавать, а в бассейн мы тоже попасть не можем. Не выделяются какие-то отдельные, в отдельное время? Это тоже покажут. Ну, мне кажется, если не говорить о проблеме, то проблемы и не будут бассейн решаться. Бассейн мы не можем попасть. Потому что в «Зените» это глубокий бассейн, нам никак. У нас вообще пользуется популярностью тема с людьми, когда касается информации людей с особенностями здоровья детей, так это вообще благодатная всегда история. Вы на себе ощущаете, что отношение к людям с особенностями здоровья меняется? Что к ним относятся не как к инвалидам, как у нас вот одно время смотрели косы, или ничего не происходит в этом отношении? Вот честно, мне кажется, что меняется, потому что вот мы когда сделали, да, ну, объявили вот эту спонтанную быструю акцию, там время «Дети вместо цветов», да, пусть приняло два класса, да, участие в нем, но когда я заходила в, этот, в эти классы, да, и видела родителей, и учителей, я думала, ничего себе, вообще большие молодцы, я им говорила... Мы очень еще продумывали, что мы так подумали, что вот они же соберут деньги, а как мы же так не можем же, вот, да, вот сказать, спасибо там, мы же продумывали, мы думали, что подарить, мы думали браслеты подарить, там, ну, браслеты, думаем, ну, поносят, а зачем они, мы заказали ручки, именно за участие в акции, да, и мы эти вот ручки дарили, я им говорила, что это вы наше будущее, может быть, вы нашим детям сделаете, придумаете какие-то там новейшие протезы или еще что-то, да, там, учитесь, что я говорила, что эти ручки заряжены на положительные, на, ну, на пятерки, там, на хорошие оценки. Ну, очень, не знаю, и сейчас вот мы как начали уже работать, получается, именно мы хотим, чтобы жители увидели, ну да, вот результат как мы работаем. Нет, вообще, вот как работает общественная организация. Сейчас к нам очень, ну, приходят жители города, мы же там начали и пожилым, да, людям помогать, там, и вещи собираем, люди приходят и говорят, а мы, говорит, даже и не знали, что, что у вас так, что у вас есть там соляная комната, что у вас там, да, вот как центр, да, детский, а можно приводить? Я говорю, так, конечно, приводите, и нашим деткам интересно, и ваши уже будут, вот даже с маленького, да, возраста как-то уже учиться общаться с этими детьми, хотя их даже учить не надо, к нам, они к нам приходят, они там... С ума сходят все. Я вот тоже и думаю, даже нету различия, какой уже ребенок, они, да, они играются все вместе, и никто ничего не обращает внимания на то, что особенный он там или не особенный. Он такой же, как и все. Ну, есть у него там, да, какие-то ограничения по здоровью. Мне тяжело представить, как вообще семья, вот берем стандартную семью. Мама, папа, болеет ребенок, в результате кто-то из членов семьи обязан, ну, обязательно должен находиться при ребенке, он не работает. У нас материальная поддержка достаточная ли для семей с ограниченными возможностями здоровья, в которых воспитываются дети? Ну, получается, если мама, да, ну, мама или папа, там всякие ситуации, у нас есть там мама работает, а папа ухаживает, да, за ребенком. Получается, 16 тысяч соцзащита и 8 тысяч это пенсионный. Ну, вот идет именно вот как мама получает вот, или папа зарплату. Какие-то возможности отдыхать, ездить, ну, вот, на период отпусков, когда оплачивается дорога до места отдыха? Ну, вообще, соцзащита предоставляет путевки в Тараскуль, в Пышму. Там же, получается, не только отдыхают, и реабилитацию, да, проходят. И с ФСС тоже получают. У вас, может, есть какие-то пожелания? Вот даже не пожелания, а желания. Как бы в идеале должна была выстраиваться работа с детьми, которые болеют? Как должны к ним подходить? Что надо, чтобы происходило? Вот такой город мечты свой нарисовать можете? Ну, вообще, если честно, я считаю, что работать... Вот даже ребенок только уже у мамы, да, там в животе, уже должны... Ну, вот появился в роддоме, да, вот родился такой ребенок, уже должны идти психологи работать. Психологи должны работать с мамой, которой маме потом надо будет сказать папе. И всем родственникам. У нас тоже, кстати, есть проект именно вот под эту тему, да, именно с роддомом.
что маме говорят диагноз, мама тоже в шоке, да, ей надо рассказать папе, маме, бабушке там всем, да, как-то это, и должен уже и с мамой работать, и пошли и к папе, и тут же должны подключаться и общественные организации, которые покажут, что вот он такой же диагноз, и он нормальный, и он, пусть он там не будет там, да, говорить, но он будет делать и любить вас, чтобы, ну, люди не отказывались от таких детей. Вообще моя мечта – это реабилитационный центр. Реабилитационный центр не только, чтобы, знаете, там они лечились, да, там, также, чтобы там был и интеграционный лагерь именно со здоровыми детьми. Также, чтобы там была, вот, да, тоже был столовая, да, где эти же дети будут убирать, приносить, да, учиться. Не просто сидеть дома, телевизор смотреть. Также, чтобы, ну, как социальная деревня еще, да, вот два в одном получается, чтобы и взрослые могли, да, там, и учиться и ухаживать, и за животными, там, да, и что-то там посадить, и снег убрать, и чтобы у мамы было свободное время хотя бы на себя, потому что дети взрослеют, и они сидят в четырех стенах. Вот хочу вот, ну, солнечный город, блин, отдельный. Что, ну и нет, все равно не стоп отдельный, чтобы жители тоже были там. Вот, конечно, есть. И у нас уже, у нас этот план уже, ну, как реабилитационного центра уже прям написанный есть, вплоть до простынок, которые там будут. Мы уже знаем, что вот, да, какой ресепшн будет, что будет в столовой, столярные мастерские, чтобы, ну, они, их там можно научить, пусть это долго, но их можно научить, но они будут хоть при, ну, при деле, не сидеть дома. Ко мне ребята вон обращаются, им по 32 года, они не могут даже на работу устроиться. А так бы они бы... Ну, когда вы произносите, могли. Рассказываете о примерах чемпионах с синдромами Дауна, то, знаете, столярному делу научить, наверное... Да, конечно. Гораздо проще, чем стать чемпионом. Я вот вообще, у нас вот мы прям все хотим, чтобы вот этот именно центр был. И обязательно ранняя помощь, именно вот с роддома. Чтобы она была. Ну, судя по всему, планов на ближайшие 5 лет у вас очень много. Много. Я вам пожелаю, наверное, от имени даже всей нашей редакции, возьму на себя смелость, чтобы все эти планы у вас реализовались. Спасибо вам большое. А я напомню, наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить. Телефон редакции 49 99 40.